Держи. Держи его. И что делать? А как, на что нажимать-то? Я уже нажал. Два больших дурака. Так, если кто чего не понимает, то это, значит, Пыжик прячется в ящике, вот, а Женя изображает хищника, который хочет его... Это он так отодвигает, да? Да. От возбуждения. Сзади с той стороны. Вот стой, дверь. А, я, это Женечка. Ага. Я хвост его показываю крупным планом, который... Все, нет, Женечка, он уже это принимает. Да, нет, он принимает уже это. Вот, а теперь давайте кушать. Я заслужил. Это же его домик. Жень, одень перчатку. Как с собаками. Ха! Ну все, хватит, наверное, Женя, а то ты все израсходуешь память, на.